Вечерняя развлекательная программа для студентов – давняя традиция Белгородского госуниверситета. Ежегодно вуз и студенческие объединения устраивают перед учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной большой праздник с множеством параллельно работающих площадок, участие в которых может принять каждый. С приветственными словами к виновникам торжества первокурсникам обратилась проректор по воспитательной работе и молодежной политике Светлана Острикова. Мы вас ждали! Мы вам рады и надеемся, что в следующем году вы гордо пройдете, неся знамя того или иного студенческого объединения. Светлана Александровна в своем обращении также отметила неоценимый вклад волонтеров в деятельность университета. Наиболее отличившихся представителей волонтерского корпуса НИУ БелГУ она отметила благодарностями. В этом году желающие смогли увидеть парад 24 студенческих объединений и многочисленных творческих коллективов, а также ознакомиться с их презентациями, которые включали в себя выставки, интерактивы, мастер-классы. Активисты Союза студентов НИУ БелГУ продемонстрировали в выставочных экспозициях свои награды, творческие работы, поделки, программы мероприятий на учебный год. Медиахолдинг НИУ БелГУ украсил выставочную зону информативными роллапами, предлагая первокурсникам присоединяться к работе студенческих редакций. Яркой получилась ярмарка этнокультур иностранных землячеств НИУ БелГУ. Студенты представили выставки национальной атрибутики, играли на народных инструментах, демонстрировали особенности своих культур. Для желающих посостязаться работала спортивная площадка, на которой были представлены армспорт, дартс, шашки, шахматы, стритбол и фрисби. Не обошлось без любимых студентами фотозон от ботанического сада НИУ БелГУ, развлекательных площадок, а также бампербола. Множество участников собрала интерактивная научная зона НИУ БелГУ. Зажигательные концертные номера подготовили творческие коллективы вуза. По сложившейся традиции завершился праздничный сентябрьский вечер общим исполнением гимна университета и запуском в небо разноцветных воздушных шаров.